гандбол это как не то. Ну, по сравнению с другими, да. Гандбол это командный вид спорта, где играют руками. Ну, по сути, футбол руками. С мячом руками. Это футбол только руками. Ну, это игра руками. Это по типу футбол руками. Мне кажется, это как футбол только руками. Одному шоу круглый. Капитан. Очевидно. Мяч квадратный, то его вообще бы неудобно было держать в руках. Ну это не регби. Очевидно. Чтобы было удобно метать, помещать. Если бы он был футбольный и большой, то он бы сразу выпадал. Но чтобы сложно было ловить. Кинул руку, проткнул, например. Круглый катится, и это удобно. Красивый, спортивный, летающий. Красивый, маленький. А правый? Возможно, правый, потому что большинство людей правши. Если ты левша, то левый, если правый, то правый. Но лучше правый, это удобнее, наверное. Десять. Ну, баллов 8. Ну, 10. 10. 100.